В Норвежском море продолжаются международные учения «Помор». Сегодня корабли-участники покидают Баренцево море и приступают к новому этапу. Первый элемент учения – обнаружение и перехват быстроходных катеров-нарушителей – выполнился на выходе из Кольского залива. Также в этот день российские и норвежские моряки противодействовали воздушному нападению условного противника и провели совместную спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие судну. После кораблям-участникам присоединился фрегат береговой охраны ВМС Норвегии «Сенья». На границе Баренцева и Норвежского морей международное учение на несколько минут приостановили. Экипажи по традиции отдали воинские почести морякам, погибшим в Арктике. Арктических водах в годы Второй мировой войны. Одним из наиболее зрелищных эпизодов стал артиллерийский бой с надводным кораблем условного противника. Стрельбу открыл экипаж большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков. За два дня учений корабли прошли более 300 морских миль. В ближайшее время российские и норвежские моряки проведут тренировки по поиску и спасению людей, терпящих бедствия на море, а также по поиску и уничтожению условной подводной лодки.